Привет, шкодоводы, с вами Стасен, опять у нас свечи НГК. Теперь поговорим, как узнать, что свечка воспаленная. Ну, во-первых, что свечка оригинальная, нам подтвердит наклеечка ваговская. У этих свечей есть наклейки на их коробках. У этих свечей, которые тоже НГКшные, ваговские, тоже есть коробки. Ну, нет ни одной наклейки. Есть артикули. Все как бы нормально. Как сказали владельцу той машины, которая ставили свечки, это просто свечки старой партии. Как мы знаем, примерно с 2019 года на всех ваговских расходниках применяются такие наклеечки. Как их проверять, есть ролик на канале. Но как еще узнать, что у вас свечки паленые? Ну, во-первых, вот эти свечки, как заверяет владелец, когда он их поставил, у него началось подозрение, что со свечами что-то не то. Он выкрутил старые свечки. И оказалось, что эти свечки чуть-чуть короче, чем те НГКшные. Как мы знаем, бошевские свечи и НГКшные отличаются тем, что у них разная длина. Это все идет борьба с теплоотводом фирмы НГК. Но как же дальше узнать, что ваши свечки паленые? Начинает там изучать всякие электроды. Там, кто не знает, это называется заземляющий электрод. Это центральный. Вот тут фокусируется долго у нас камера. Но все легко и просто. Берем колечко уплотнительное. Видите, оно не должно сниматься просто так. В лучшем случае оно должно пойти по резьбе. Если вы поймаете шаг резьбы, и то она будет так перекашиваться у вас. Что происходит у нас на этих свечках? Как мы видим, кольцо просто снимается, одевается. Давайте другую свечку. Почему так происходит? Расскажите мне, да? Я расскажу вам. Я эти свечи носил в механический цех, и там ребята сразу заметили, что у пары свечек здесь резьба просажена. Здесь есть просадка резьбы. Понимаете? Поэтому кольцо легко и сходит в середине. Свечка некачественная. Или ее тянули с таким бешеным усилием, что металл просто не выдержал. Резьбы съелись. Вот я не знаю, ну тут камера у нас такая. Есть просадка резьбы. Кольца легко снимается. Вот основной косяк, у вас будет плохая герметизация. Вот смотрите, как она ходит легко. Вот вам идеальная резьба. Видите, она вся четкая, ровная. И кольцо никуда не хочет уйти. Она просто стоит. Вот такая ситуация. Теперь вы все знаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.